Давайте сегодня Анжелу баловать. Ну что, Анжела, дорогуша, как тебе? Ой, ты что со мной сделала? Тебя опять лечить придется. Привет-привет, с вами Китти Кит. И сегодня мы поиграем в котика Тома и друзей. Ой-ой-ой, что тут произошло? Кажется, да, Анжела заболела. Ёшечки-матрёшечки. Кстати, ребят, пока я иду лечить нашу Анжелу, пишите в комментариях, кто у вас самый любимый герой в котике Томми и друзья. Интересно, кто победит? Так-так-так, Анжела, рассказывай, что с тобой стряслось? Ну, как сказать, кажется, у меня это... Ну, как же это сказать-то, чтобы никто ничего не подумал? Ну, сопли у меня. Да вижу, я ж пошутила. Давай попробуем тебе их запылесосить. Ну-ка, сопли прочь! Ой, кажется, и Анжела прочь. Опаньки, неловко вышло. Ну что, ты жива? Как у тебя делишечки? О, так намного лучше. А то я целый день ходила с этой соплей, не знала, как ее убрать. Ну, надо тебя научить, наверное, с платочками пользоваться. Я что хотела-то? Я сегодня хотела поиграть в домики на дереве. Но что-то у меня все какие-то недовольны. Один есть хочет, другой мыться, третий вообще болеет. Да-да-да, вижу я. Сейчас я тебя искупаю. Это самое быстрое из всего. Тебе, Бен, так идет в ведре на голове в ванне сидеть. Просто супер. Ты что там прячешься-то? Я не хочу, чтобы меня в ведре видели. Ладно, не буду я на тебя смотреть. Пойду я лучше Бекку накормлю. И давайте еще и Томика с собой возьмем. Может быть, еще кто-нибудь хочет поесть? Анжела, пошли тоже накормлю тебя. Давно мы с тобой не кушали... Ой-ой-ой, куда-то улетели мы с тобой. Давно мы с тобой не кушали что-нибудь интересненького. Давайте посмотрим, что у нас сегодня на обед. Что нам кто приготовил. Таксеньки. Вау, здесь есть какие-то у вас интересные блюдушки. А давайте-ка вот этот коктейльчик с какими-то желешками Анжеле дадим. Она у нас сегодня больная, надо ее лечить. Что, тебе не понравилось? Да как-то не очень этот коктейль. Ну, давай попробуем Тому туда дать. Может быть, Тому понравится? Том, тебе как? Ну, мне тоже как-то не очень, он какой-то странный. Странно. Ладно, Бекка, ну-ка, твой последний шанс. Как тебе? Мне не нравится, ты где вообще его взяла? Да где я взяла? В магазине вроде взяла, вон у тебя в холодильнике у вас стоял, вон, смотрите. Сейчас посмотрим, вон он, 15 рубликов стоил. Это странно, вообще, ребят, как думаете, это что за коктейль, что он никому не понравился? О, давайте еще печенюшки с розами возьмем. Ух ты, сколько всего интересного. Слушайте, а давайте-ка, знаете, что сделать? Смотрите, здесь есть фрукты нарезанные. Из них точно можно сделать коктейльчик. Сейчас устроим. Так, где фрукты? Фрукты, вы где? Давайте возьмем фрукта. Давайте возьмем апельсин. И добавим туда этих нарезанных фруктов. Мне так интересно, что получится. Так, где же они? У меня столько еды, оказывается, ребят. Просто бомба. Так, я не поняла, куда у меня делись фрукты? Кто съел фрукты? Вот они, наконец-то. И смотрите, какой у нас миленький коктейльчик получился. Ну что, кому даем коктейльчик? Ой, опаньки, кажется, у меня что-то неладное с блендером произошло. Ну ладно, бывает. Так, кто будет? Бекка, Анжела или Том? Ну кто же? Давайте сегодня Анжелу баловать. Ну что, Анжела, дорогуша, как тебе? Ой, ты что со мной сделала? Тебя опять лечить придется. Да что тебя лечить? Сейчас в воздухе тебе газики выйдут, и все хорошо будет. Давай-ка тортиком всех угощу. Тортик, мне кажется, это самое вкусное. А здесь еще и чизкейк. Это просто бомба. Это просто я таю. Это очень вкусно. Давай Анжелу угостим. Ну, давайте. Анжела, держи. Ну, сдувайся уже. Фу! Кто здесь нафунял? Что за запахи? Анжела, что творим? Я ничего не делала. Это ты мне какой-то странный коктейль дала. Ладно, все, прошу прощения, я не хотела. Держи тогда тортик. Это, говорят, самое вкусное. Вот так и стоило начинать. Это просто супер вкусная еда. Самая вкусная на свете. Самая вкусная, говоришь?
Тогда давай еще по кусочку Томику и Бекке. Ой, какие же они довольны. Ух ты, они что-то голодные сегодня у меня. Интересно, что бы им дать такого? Что бы такого выбрать? Давайте сыра дадим и шоколадку для Тома. А то что-то мы давно его сладостями не баловали. Ой, ты куда убежал-то? Ой, энерджайзер, я энерджайзер. Да я вижу, что ты улетел просто куда-то. Ну-ка, интересно, а Бекка тоже улетит от шоколада или нет? Ну-ка. А-а-а, Бекка просто решила подпрыгнуть. Вы что делаете? Ребята, вы что творите? Ой, да, веселые ж у меня круговерти. Что, наелись? Нам, кажется, хватит. Можно мы из-за стола выйдем? Да, конечно, можно. Пойдемте играть в домик на дереве. Бекка, пошли, я с тобой схожу. Пойдемте поиграем. Там у нас куча развлечений же в домике на дереве было. Ну что, наконец-то. Бена, ты-то что в ведре ходишь? Ой, я, кажется, забыла его снять. Ладно, давайте поиграем в веревочку. Посмотрим, что нам попадется. Как думаете, ребят? Кстати, пишите в комментариях, что вам попадалось в этой веревке. Мне что-то не шибко много. Что? Ничего? В смысле? В смысле ничего? Так, а что ж там? Тоже ничего? Это странно. Или они тут по очереди будут дергать? Пока что-нибудь не свалится? Опять ничего? Да что ж такое происходит-то? Джинджер, ну что, последний шанс посмотреть, что же там такое? Дождь? Ты что, дождь-то включаешь? Зачем? Вы же там промокнете, заболеете. У вас сопли будут, как у Анжелы, бежать. Ну ладно, слава богу, дождик кончился. Давайте теперь поперепрыгиваем через эту штукенцию. Даже я не знаю, как она называется. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, я вспомнила, как в нее прыгать. Давайте, ребятки, прыгайте смелее, смелее, смелее прыгайте. А то она ускоряться начнет. И может... Как же так-то, Хэнк? Ты что свалился-то? Хэнк, аккуратнее. Ты, главное, там не залезь к ним. Ой, Анжел. Ребята, а когда Анжела-то... Что? Так, Бен, тебе одна надежда. Ребята, я не заметила, когда Анжела у нас свалилась, честно сказать. О, фу, кажется, Бен будет сегодня победителем. Ура! Хоть один победил. Ну что, и водные бомбочки, конечно. Это вообще мое самое любимое. Главное смотреть в оба и не отвлекаться, а то эта бомбочка превратится... Да, в лужу и превратится. Ну ладно, Хэнк, ты не обижайся. Это ничего страшного, это всего лишь вода высохнет и все. Ой, Бен, что-то мальчикам сегодня не везет, однако. Ладно, давайте по девочкам постреляем немножко. Хотя нет, это как-то нечестно, мне кажется. Но, ой, посмотрите на Бекку, у нее все платье мокрое. Ну что, за рекламу? Ух, как я не люблю эту рекламу. Если ты тоже не любишь рекламу, ставь лайк. Посмотрим, сколько нас таких. А мы, кажется, можем съездить в магазинчик. Ну что, шопинг, куда поедем? Давайте съездим в какой-то кухонный кулинарный магазин. Так, я выбираю красный, фиолетовый рядышком. Так, что-то мне пока не везет, ничего интересного. Еще один фиолетовый. О, карточки, вдруг мне попалось что-то секретное. Микрофон? Я что-то такого не припомню. И еще одно, по-моему, я могу открыть. Нет, больше не могу. Жалко. Ладно, давайте откроем карточки. Это ж новая фишка. Так, дубликат. Что? Одни дубликаты. Не, ну так же нечестно. Так нечестно, мне кажется. Реально нечестно. Так, и что мы здесь можем сделать? Ага, мы можем за 100 купить. Да если я не хочу. А, давай купим. Что такого-то? 100 звездочек всего лишь. И нам будет какой-то подарок. Да, так себе подарок, конечно. Я-то думала, там подарок будет, а там подарочек. Ну ладно, давайте еще крутанем барабанчик. Вдруг нам еще какие-то секретные карточки попадутся. Ох уж эта реклама, конечно. Я так ее не люблю, но иногда хочется и за рекламу посмотреть. Итак, посмотрим, какие нам карточки достались. Давайте посмотрим. Хоть бы секретная, хотя бы одна. Опять дубликат, да что ж ты будешь делать? И это дубликат. Ну в смысле? Столько дубликатов? Нет, я так не играю. Давайте посмотрим. За 1000? Не, у меня столько денег-то нет.
Ой-ой-ёшеньки, матрёшеньки. А здесь что у нас, всё открыто? Здесь у нас, да, всё открыто, но нам, по-моему, ничего не дали за это. Это просто, видимо, картинки. Ну ладно, ребят, что-то они у меня ходят все туда-сюда, как неприкаянные. Я думаю, на сегодня все. Ставьте лайки, если вы любите играть в домик на дереве вместе с Томом и друзьями. А я отправлю их играть в игрушки. А то что-то они мне в последнее время не особо-то играют в игрушки. Анжела вон вообще устала, уснуть успела. Ой, Том, а ты-то что здесь сидишь? Как-то подозрительно. Откуда здесь Том взялся? Ладно, пусть сидит. Я еще хотела посмотреть, чем у меня Хэнк занят. А, Хэнк играет. Все, все пределы. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если любите играть в котика Тома и его друзей. Всем пока-пока. А ты, Хэнк, аккуратней с гитарой. Пока-пока.